Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про золотых рыбок. Золотая рыбка, пожалуй, самая узнаваемая аквариумная рыбка. Многие любители подводного мира начинали свой путь в аквариумистику именно с нее. Сегодня насчитывается около 300 пород золотых рыбок. Золотых рыбок существует большое разнообразие. Это ранчо, это львиноголовки, красная шапочка, звездочеты. В зависимости от породы максимальная длина тела золотых рыбок может составлять от 10 до 45 сантиметров, а максимальный вес от 300 граммов до 1,5 килограммов. Окрас также варьируется в зависимости от породы, от красно-золотистого до черно-голубого. У золотых рыбок существует две формы тела – удлиненная, сжатая по бокам, и короткая, с округленным брюшком. Что касается совместимости, то соседи в аквариум к золотым рыбкам стоит подбирать по темпераменту. Золотые рыбки достаточно медлительные подводные обитатели, и им не подойдут подвижные рыбки в качестве соседей. Как минимум потому, что активные, более шустрые рыбы могут отобрать у них корм. Также при выборе соседей важно учитывать то, что золотые рыбки любят рыться в грунте, что часто влечет за собой подъем ила и замутнение воды. Не каждому соседу такое придется по душе. Уникальность золотых рыбок заключается в том, что они одинаково хорошо могут чувствовать себя как в теплых тропических водах, так и в прохладных водах какого-нибудь пруда. Оптимальная температура воды для их содержания имеет довольно широкий диапазон – от 15 до 30 градусов тепла. При уходе за золотыми рыбками необходимо помнить о том, что этим питомцам нужен просторный аквариум. Взрослая особь будет хорошо чувствовать себя в аквариуме от 100-200 литров. Также стоит не забывать регулярно чистить аквариум, осуществлять подмену воды. Кроме этого, важны качественная фильтрация, аэрация. Для золотой рыбки, для одной рыбки, оптимальный объем от 100-200 литров. Можно часто встретить на этикетке, в упаковках, маленький круглый аквариум, и там плавает золотая рыбка. Ну, скажем так, вот для транспортировки, доставки и подарка это вполне себе нормальное решение. Но для роста рыбы в перспективе этого явно недостаточно. При обладании своем это травоядное животное, только можно подкармливать каким-то количеством замороженного корма. Дождевыми червями, мотылем обязательно наличие растительных продуктов в рационе. Средняя продолжительность жизни золотых рыбок составляет 15-30 лет. О других интересных подводных обитателях вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!